Волевыми победами обменялась в Астане с местными снежными барсами нижегородская «Чайка». Первая встреча выдалась упорной. Соперники обменялись голами в середине второго периода, причем в обоих случаях играя в неравных составах. Артем Алеев открыл счет при игре 4-3. Затем, спустя 4 минуты, барсы реализовали свое большинство 5-4. Доигрались до буллитов, в которых удачливее оказались казахстанцы. 2-1. В повторном матче снежные барсы открыли счет уже на 59-й секунде. Но больше поводов для радости нижегородцы соперникам не предоставили. Уже к перерыву паритет был восстановлен. Алексей Святкин завершил розыгрыш большинства. А что называется на экваторе, в середине второго периода Александр Галицкий, подставив на пятаке клюшку под передачу Антона Вилкова, вывел «Чайку» вперед. На площадке заискрило. Стычка между Вилковым и снежным барсом Борисовым в начале третьего периода, за которую участники получили по 4 минуты штрафа, оказалась предвестницей более горячих событий. На 46-й минуте Галицкий делает дубль. На 49-й Илья Ямкин реализует большинство 4-1. И нервы хозяев не выдерживают. Участников последующих драк удаляли уже до конца игры. Всего на двоих соперники набрали 219 минут штрафного времени. Между этими баталиями «Чайка» реализовала еще одно большинство. Отличился Даниил Ильин. В итоге 5-1. Из Астаны «Чайка» переезжает в Екатеринбург. Владимир Широков, Торпедо ТВ.